Всем привет! Сегодня у нас 12 сентября 2019 год. Хочу показать сорт яблони Синапа Матинский. Как быстро входит в плодоношение на третий год. На М9 подвое низкорослом. И какой несет урожай на третий год. Сейчас покажу загрузку его яблоками. Это в самом низу. Вот яблонька. Вот его плоды на солнышке, вот такие они, яркого окраса. Уже начинается сыпаться, то есть это первый признак, что нужно убирать уже на хранение это яблочко. Сорт считается осенним сроком созревания. Через 2-3 недели можно его уже кушать, он набирает свои вкусовые. Сейчас будем обрывать его. Вот такие яблоки удлиненной формы. И в принципе до конца ноября можно его кушать без проблем. Лежит он и до Нового года, но потом лично, как по мне, теряет свои вкусовые. То есть самый пик вкусовых качеств у него это октябрь-ноябрь. Вот такие вот яблочки. Вот так вот она загрузилась. Вот веточка внизу. Она так посажена в малине. Я свою яблоню показывал в том году у себя в саду. Это показываю отца в саду. Вот такие вот яблоки висят. Вот можно видеть. На солнышке хороший румянец у него. Красный. Такая вот загрузочка на третий год от посадки на 9-м подвое. Будем обрывать его. Так. Такие яблочки. Сорт очень урожайный. Очень. Считается сортом трудягой. Такие вот плоды. То есть это, скорее всего, или парша, или я даже не знаю. Это без обработок. Яблоня не обрабатывалась. Отец не любит пользоваться химией. Он разве что по листу обрабатывает хилатными удобрениями. Все. Вот и все обработки. Яблоко интересное. Интересный у него вкус. Сейчас. Вот елки-палки упало. Продегустируем во время срыва его. И потом попробуем конкретно уже через 3 недели от Лёшки. Ой, яблочко. Так, сейчас нарвем. Посмотрим, какой вес, и попробуем на вкус. Так, давайте посмотрим, какой вес у яблочек у этих. Сейчас включим. 200. Это при том, при всем, что нагрузка на 178 на данную яблоньку довольно-таки хорошая. Грубо говоря, средний вес, мне кажется, там 170. Самый маленький 150. Самые большие 200. Да. Так. Вот такая вот форма. Такие вот яблоки сорта Синап Алматинский. Сейчас разрежем, посмотрим, какая мякоть. Так, слышно, что яблоко хрустит. Такая вот у нее мякоть. Сейчас еще разрежем вдоль.
Такой имеет цвет мякоти у него. Сейчас посмотрим, как оно по вкусу на данный момент, вот именно с дерева. Яблоко сочное, хрустящее. Сейчас у него мякоть такая скалывающая, сладкая, без явной кислоты. Такая легкая, непринужденная кислинка, приятная причем, с ароматом. Но слышно, в яблоке сейчас как бы крахмал. Ему нужно по-любому полежать как минимум 2-3 недели, чтобы он набрал свой полноценный яркий вкус. То есть, но в целом вот такой вот сорт. Я, в принципе, в том видео показывал у себя в саду, какой у него вкус. Ну, можно еще добавить в это видео, в принципе, через 2-3 недели попробовать его. Но я думаю, что не стоит. Как бы вкус у него будет по-любому яркий, насыщенный, с такими лесовыми ягодами, привкус. Очень отчетливыми лесовыми ягодами. Сорт очень хороший, лежит до Нового года, но потребление я его потреблял с октября по ноябрь. Самый лучший вкусовой у него держится. Потом он все равно начинает мягчеть, вот туда под Новый год. То есть вкус портится. В целом осенний сорт, вот такой очень красивый, товарный. Ну и естественно урожайный. Каждый год на нем урожай, как бы сорт зачетный. Вот такой небольшой видеообзор. Есть черенки на продажу этого сорта. Прайс под видео в описании. Кому интересно, можете ознакомиться, посмотреть. На зимнюю прививку могу отослать для собственной прививки зимней-весенней. Кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, палец вверх за мои старания. Ну а так, всем спасибо за внимание. Всем пока.